Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как поменять размер ваших иконок на Redmi Note 10 Pro. Что ж, давайте приступим. Переходим в настройки и ищем пункт «Рабочий стол». И здесь мы можем выбрать размер значков. Можно сделать их больше, меньше. Это уже зависит от вашего желания. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!